Привет, дорогие зрители, меня зовут Илья, и в этом ролике я вам расскажу о замечательном смесителе Амайкири Кокагава S. Тан-тан-та! И прежде чем я расскажу о всех его функциях и характеристиках, сначала расскажу об упаковке. Как вы видите, упаковка выполнена из прекрасной крафтовой бумаги, на лицевой стороне которой изображена не менее прекрасная японка, а также листочки, птичка, цветочки, еще цветочки и японка. Непосредственно изображен сам логотип бренда Амайкири, а также название смесителя Кокагава S и указан цвет, в котором выполнен, изображение с его размерами, различные его характеристики, откуда был совершен импорт, его производитель, где был произведен продукт, штрих-код и логотип нашей компании RTK. Фух, это было тяжело, но осталось последнее. Наша замечательная красная наклейка, которая подтверждает тот факт, что Амайкири является членом Осаско торговой промышленной палаты в Японии. Вау! Первым делом я хочу вам рассказать о комплектации. Приобретя данный смеситель, помимо Кокагава S, вы получите салфетку из микрофибры, подробную инструкцию, фирменный гарантийный талон, вкладыш со всеми производствами Амайкири, полный набор креплений, усиленную цветную подводку, вытяжной шланг и вот такой вот грузик, который нужно будет прикрепить к вытяжному шлангу. А также обратите внимание на то, что упаковка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность изделия при транспортировке. Представленный смеситель имеет необычную форму и классический дизайн, а также обладает функцией вытяжного шланга. Кстати говоря, длина вытяжного шланга достигает до 900 мм, но извлечь его удастся всего лишь на 450-500 мм. И все потому, что на вытяжной шланг необходимо будет прикрепить грузик для его максимального и комфортного использования на вашей кухне. Именно эта функция и помечается буквой S после наименования смесителя. Проще говоря, если у смесителя в названии стоит буква S, то это значит, что смеситель обладает функцией вытяжного шланга. А сейчас приступим к его характеристикам. Материал корпуса Кокагава S выполнен из высококачественной латуни. Также смеситель имеет керамический картридж седал с диаметром в 35 мм, аэратор неупер из пластика, благодаря которому ему не страшна ржавчина из бисковина, крепление из металла, а диаметр для установки 35 мм. Для обзорки на смеситель Кокагава S я выбрал его в цвете античная бронза и античная латунь. Они безумно красивые. Также у него есть третье цветовое решение, это цвет античной меди. Пару секунд посмотрите и все. Посмотрели? Совсем забыл вам рассказать о его удивительной особенности. Это кнопка душа, которая включается и отключается на его изливе. Но при отключении подачи воды рычагом, кнопка душа отщелкнет автоматически. Только представьте себе, петь теперь можно не только в душе, но и на кухне. Но петь я, конечно же, не буду, потому что мне медведь на уши наступил. Алло? Сказали, что в детстве целый цыганский табор пробежал по моему слуху, поэтому я не буду петь. И согласитесь, что Кокагава S выглядит ну просто шикарно. И пока я буду определяться, в каком цвете смеситель нравится мне больше, предлагаю посмотреть на Кокагава S в интерьерах. К сожалению или к счастью, на этом все. Я благодарю вас за просмотр и интерес к продукции Амайкири.